Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая распаковка. Это у нас насос для автомобиля. Я посмотрел по нашим магазинам этот насос, посмотрел отзывы. Люди пишут неплохие, то есть для автомобиля легкового вполне пойдет. Вот, поэтому мы сейчас, я его заказал, он выходит, получается, на 2 доллара вышел дороже. Ну, доставили его за 12 дней, поэтому 12 дней, в принципе, можно подождать. Но 2 доллара, как бы, сумма небольшая. Если бы он был в наличии, я бы купил его здесь. Вот, но поскольку его не было у нас в наличии, я купил его в Китае на GearBest. Как раз была распродажа какая-то или что-то такое, ну типа флеш-сейла или что-то такое. Вот так он выглядит. У нас предыдущий был подобный. Вот. Самый обычный, самый дешевый. Идет сам компрессор. Компрессор из минусов здесь, что он скачет, его нужно придерживать. Когда качаешь что-то, нужно придерживать, потому что он немножко скачет. Из плюсов то, что здесь вот можно вот так вот вставить. То есть закручиваем на ножку кабель и вставляем сюда. Вот так вот вставляется для прикуривателя штука. Вот. И она не болтается, то есть все удобно, все красиво. Вот. Компактно получается. 300 PCI, 12 вольт, компрессор, 27 бар. Вот, 27 бар должно хватать для легкового автомобиля легко. Нам нужно качать до двоечки, поэтому 2,2 обычно ездим, поэтому должно все хватать. Сейчас мы его посмотрели, как он выглядит. Вот, и сейчас попробуем автомобиль. Накачать, подкачать колесо. Как раз одно подспустило немножко. И идет здесь в комплекте, идет 3 насадки. 2 у нас вот такие вот для накачки там резиновых мячей и так далее. И вот такой вот игла для накачки футбольных мячей. Небольшой запах такой резины или не знаю, склада, пластика. Такой неприятный немножко. Вот, но он есть. Из минусов то, что короткая вот эта вот штука, то есть она в подвешенном состоянии. Вот, если, допустим, ниппель вверху, вот, вот так она, то есть нужно придерживать будет. И второй минус, что нету кнопки включения на ней, то есть надо только регулировать зажиганием, прикуривателем, то есть как-то так. Плюс, как вы увидели, не работала стрелка. Будем сейчас писать продавцу, что за проблема, почему не работает вот эта вот штука. Вот. Ну, в принципе, колесо накачано за 3 минуты было, поэтому просто не надо будет проверять, не работает эта штука. То есть непонятно, насколько ты его накачал.